Путь Гузель Яхиной в литературу был непростым. Очень долго издательства отказывались работать с автором. И если бы не счастливый случай, мир мог никогда не увидеть роман «Зулейха открывает глаза». Произведение, в которое никто не верил, получило ошеломительный успех и было признано открытием года. Именно о нем нам расскажет заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки имени Маяковского Екатерина Скворцова. Хочу сказать сразу, что в книгу Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» я влюбилась сразу. Сначала в книгу, потом в автора. Хотя события, которых она рассказывает в этой книге, ну, они достаточно тяжелые. События происходят в 30-е годы прошлого столетия. Ну, время для нашей страны непростое. Строится страна Советов, продразверстка, раскулачивание. И во все уголки, в том числе, докатывается эта волна и до небольшой татарской деревни, где и живет Зулейха. Ну, как истинная восточная женщина, да, она смиряется со своей судьбой, она, естественно, уважает мужа, не перечит своей свекрови. При этом свекровь у нее женщина своенравная и, как есть у нее такое прозвище, упыриха. Потому что никто точно не знает, сколько ей лет, как сама она говорит, что ей почти 100. Она уже оглохла, ослепла, но тем не менее в ней чувствуется стержень, такой твердый характер. И она постоянно изводит своими притязаниями, придирками свою невестку. А та все это терпит. И свекровь это раздражает еще больше. Она ее не зовет не иначе, как мокрая курица. Муж Муртаза. Женой его она стала 15-летней девочкой. Пришла в дом. Он был статный, уже не молодой. И так как она едва доходила ему до плеча, то свекровь определила ей место не просто на женской половине, а на сундуке, что и так сойдет, не свалится. Но тем не менее, несмотря на то, что муж с ней порой бывает жестким, она все равно про себя хвалит Всевышнего и говорит, что замечательно, хороший муж мне достался. Ведет крепкое хозяйство, бьет, но не сильно. Однажды ее свекровь рассказывает ей сон. И, как правило, все говорили, что сны у нее часто бывали вещи. И рассказывает сон, что скоро мокрая курица перестанет обижать ее мальчика, и что упыриха вместе со своим сыном Муртазой будут жить долго и счастливо. А прилетят на огненной колеснице ангелы Ферештэ и унесут Зулейху прямо в ад. А, собственно, туда ей дорога. Но события и жизнь как бы расставляют все немножечко по-другому. Что приезжают красноордынцы, так для себя Зулейха называла русских, которые приезжали и грабили, забирали все нажитое, все, что находили, а иногда даже больше. И вот эти красноордынцы убивают ее мужа и остается на крыльце в доме одна ее свекровь, которая еще толком даже не понимает, что случилось, что она осталась одна, а Зулейху действительно увозят. А куда же ее увозят? И попадает она в Сибирь. И, собственно, там перемешиваются судьбы, и разные люди разных национальностей, разных вероисповеданий, разных социальных сословий. Есть интеллигенты, есть откровенные уголовники. И вот с этими людьми Зулейхе приходится жить, приходится выживать. И вот очень интересно, а испытает ли она радость материнства, а сумеет ли она почувствовать себя счастливой, а найдет ли она действительно любовь, о которой она мечтает и считает, что она все-таки ее достойна. Порой вина ее казалась Зулейхе такой огромной и чудовищной, что она была готова принять кару. Желала любую, даже самую страшную. От кого? Она не знала. Здесь, на краю вселенной, не было никого, кто бы карал или миловал. Взгляд Всевышнего не достигал берегов Ангары. Даже духи и тени водились в глухой чащобе сибирского Урмана. Люди здесь были совсем одни, наедине друг с другом. Всем, кто любит хорошую прозу, я рекомендую прочитать роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».